Друзья, в комментарии мне часто задают вопрос, что делать, если левый и правый наушник у Hilo GT1 не видят друг друга. Ответ простой, нужно сделать полный сброс. Для этого удаляем в настройках телефона сопряжение с наушниками Hilo, и Hilo GT1L, и Hilo GT1R. После этого достаем наушники из кейса и зажимаем сенсоры на 5-8 секунд, пока не загорятся красные индикаторы. После этого отпускаем и зажимаем снова, примерно на 20 секунд. Сначала загорится белый индикатор. После этого два раза замигает красно-белый индикатор. И уже после этого убираем наушники в кейс. Снова их оттуда достаем, ждем примерно 10 секунд, пока наушники соединятся друг с другом. Все, после этого можно их подключать в настройках телефона. Таким образом мы сделали полный сброс Hilo GT1. Вы великолепны. Сегодня мы коротко и исключительно по делу. До новых встреч. Пока.